Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня с вами поделимся одним ритуалом. Это ритуал, как быстро и срочно привлечь деньги в вашу жизнь. Друзья, ставим лайк под этим видео, так как лайки наши заряжены на получение денег. Итак, когда вам срочно нужны деньги, всегда используйте данный ритуал для привлечения определенной суммы денег. Напоминаем всем, что этот ритуал выполняется только на растущую луну. Итак, вам понадобится любая свеча. Ну, если у вас есть возможность, возьмите зеленую свечу. Она усилит ритуал. Как вариант, вы можете взять белую свечу и зарисовать ее, например, зеленым фломастером или красками. И также возьмите и подготовьте порошок из лаврового листа и корицы. Размельчите лавровый лист и добавьте молотую корицу. А также вам понадобится растительное масло. Далее, на восковой свече следует написать имя исполнителя обряда. Здесь же укажите и точную сумму денег, которая вам действительно нужна. После этого свечу нужно смазать маслом, обвалять в порошке и поджечь. И далее сказать: «Деньги приходят, деньги растут, деньги дорогу в карман мой найдут». После этого нужно потушить свечу и можете эту свечу убрать до следующего ритуала. Теперь у денег есть особый указатель, который подсказывает им, какому человеку им нужно направляться. Друзья, в комментариях напишите: «В моем кошельке сейчас лежит солидная сумма денег».